Thank you.
So we have to now understand what are our Mariyadas, how we have to live within our Mariyadas. And I'm sure if you really work out your Sri Ganesha, for that the best is to meditate. Put yourself on some nice turf, grass, sit on that, put your left hand with the light and right hand on the Buddha. And say Atharvashis. If you can remember it by heart, it's a very good thing, otherwise you can keep the book. And read it. Or say Ganesha Mantra to begin with. It's going to help you very much. It's going to help you, your eyes, it's going to your whole thing is going to be very nice. It's going to Sarvam Hridam Svatto Jayate
Джей Шри Матаджи, всем добрый вечер. Вас приветствует Корея. Всем мира и любви. Давайте все вместе поднимем кундалини, сделаем бандану. Откроем ладони, поднимем внимание над головой и побудем немножко в медитации. Послушаем свои вибрации.
пропоем ом. Левая рука открыта, правую направим к земле. Дадим внимание на левый канал. Внимание над головой. Исполним мантру Шри Махакали Бхайрава. Откроем ладони. Пропоем ом. Еще раз ом. Правая рука открыта, левую направим в эфир. Внимание дадим на правый канал. Исполни мантру Шри Маха Сарасвати Хануман. Еще. Откроем ладони, пропоем ом. Левую руку направим на печень. Внимание в сахасрару. Откроем ладони. Ом. Обе ладони направим к земле. И попросим от землю почистить, оздоровить наш первый центр Муладхара чакру.
Внимание на первом центре и над головой. Исполни мантру Шри Адип Хоми Деви. Откроем ладони. Ом. Большие пальчики положим в уши. Просим свою внутреннюю энергию почистить свадистан. Внимание на свадистане и над головой. Откроем ладони. Ом. Средние пальчики положим в уши. Попросим свою внутреннюю энергию очистить наби-чакру. Также внимание на наби и над головой. Откроем ладони. Ом. Мизинчики положим в уши. Попросим почистить анахата чакру. Откроем ладони. Ом. Указательные пальчики положим в уши. Попросим почистить вишуди.
Откроем ладони, пропоем ом. Безымянные пальчики положим в уши, попросим почистить агию. Откроем ладони, ом. Сахасрара. Откроем ладони. Ом. Теперь растирание остаточных энергий основания ладони. Большие пальчики. Средние. Подушечки под пальчиками. Мизинчики. Указательные. Безымянные. Вся ладонь целиком. Откроем ладонь, ком. Все вместе поднимем кундалини, сделаем бандан. Джейшри Матаджи, сейчас будем смотреть отрывок из лекции. Сегодня настало время, когда мы даже должны уехать и отправиться в другую часть этой страны, чтобы увидеть очень красивое и живописное место. А я поеду на свою программу на Майкл.
Я надеюсь, вы не испытываете слишком большие мучения на мучении. В конце концов, вы знаете, если здесь сами человек, это слишком много. Но вы каким-то образом оказались столь тактичными и покладистыми, что приняли все неудобства с такими приятными. Нужно понять, что когда у нас есть любовь, мы можем приспособиться к любым обстоятельствам. И мы можем жить с таким большим количеством людей, не испытывая неудобства. Но чтобы почувствовать эту любовь к другому человеку, любовь, которая лишена плохости, радости, любовь, которая чистая, вы должны быть духом. Комфорт духа дает вам комфорт, а не внешний комфорт. То есть это такая взаимосвязанная вещь, но что, во-первых, ваш дух должен достичь определенного состояния. И затем дух должен достичь определенного понимания другого человека посредством духа, непосредством ума, непосредством тела, непосредством обстоятельств, а посредством духа. И когда вы чувствуете дух, вы получаете удовлетворенность духа, а не тела. Это очень тонкий момент, который мы порой пропускаем. Когда мы начинаем судить других, мы не видим дух. Что мы видим? Как он ходит, как он разговаривает, как он себя ведет. Но на самом деле, все это внешнее. Внутреннее существо – это дух. И если вы сможете почувствовать внутреннее существо, тогда вы осознаете, что если внутреннее существо прекрасно, то вы наслаждаетесь им больше всего. В этот раз, я должен сказать, мы начали на очень высокой ноте понимание духа, а также интенсивности. Тонкость духовного роста заключается в том, что человек начинает чувствовать объединенность с группой, с человечеством. И человечество становится неотъемлемой частью вашего существа. Это и есть тонкая сторона роста. Тогда вы не воспринимаете человека абсолютно плохим или абсолютно хорошим. А начинаете понимать благоприятность человека посредством своего духа, тем самым способствуя увеличению благоприятности этого человека. Но, допустим, если кто-то, кто абсолютно бесполезен и ни на что не годится, такой человек выбрасывается из организации духовного роста, который является живым ростом. Как, например, в природе важно разумно, что все непригодное выбрасывается. Когда чашечка цветка не играет никакой роли в создании плода, эта чашечка отбрасывается. То же самое с человеком, который не играет никакой роли в коллективном достижении общей цели. Бесполезные вещи отбрасываются автоматически. Все полезные вещи оставляются, а все бесполезные вещи выбрасываются. Поэтому нужно понять, что объединенность с самим собой очень важна. Было несколько отчетов о том, что люди не понимают. Например, мне нужно думать, что вы приехали сюда в отпуск. Затем вы также должны понимать, что в сахаджи-йоге существуют определенные протоколы. Возьмем, например, мужа и жену. Они должны понимать, что они приехали сюда ради своего индивидуального роста, а не совместного. И они не должны сопротивляться, когда такое говорится. Они не должны пытаться беспокоить других. Это невежливо беспокоить других в своих поведениях. Они приехали сюда не для того, чтобы провести хороший отпуск, а для того, чтобы чего-то достичь индивидуально.
Если это будет усвоено, тогда вы не будете чувствовать, что вы лишены каких-либо удовольствий. Или так называемых удобств. Удовольствие – временная штука. Они исчезают без следа. А вечность – это жизнь, в которой вы живете, ничего не делая, в состоянии полной целостности, полного единства. Она имеет очень тонкое, духовное понимание. Это подобно тому, что вы проникаете в глубокие корни духовности. И это совершенно другой тип культуры, если вы посмотрите. И понять ее можно только если вы развиваете свои силы. Вот почему эти люди такие невидимые. И момент, когда вы говорите, мы не будем сегодня есть. Они думают, что вас обошли внимание, или что вы несчастны, или что у вас что-то случилось. Они никогда не могут понять, что вы отказываетесь от еды, потому что вы сыты. В Индии так не делаете. Это невоспитанность сказать, что мы не будем есть. Можете себе представить? Это считается очень большой невоспитанностью сказать, что мы ничего не будем есть. Потому что когда люди думают, вы, наверное, сделали что-то неправильно, если они так себя ведут. Поэтому вот самый простой совет, который я бы вам дала. Когда вы не хотите есть, это нормально. Но вы можете пойти туда и немножко поесть, если бы они чувствовали, что вы довольны. Потому что иначе они все время думают про себя. О боже, почему он не ест? Он голодный, он морит себя голодом. И они очень обижаются. Эта система, встроенная внутри нас, я имею в виду, для нас так естественно, что если мы сердимся, мы не едим нашу пищу. Или, допустим, мы сердимся вновь, тогда мы начинаем делать какую-нибудь работу, которую раньше никогда не делали. Например, начнем стирать или убираться, когда люди понимают, что мы сердимся. Так выглядит проявление ленивости. Но это очень естественный стиль, потому что они очень естественные люди. А вот неестественный стиль другие. Допустим, кто-то приходит, или ребенок приходит домой и говорит маме, я не буду есть. А мать отвечает, хорошо, ну и ладно, не важно. Здесь же мать спросит, почему, почему ты не ешь? В чем проблема, что ты будешь? Я дам тебе то, это. Но не будет такого, что, допустим, у ребенок приходит какой-то домой, а в холодильнике лежат всевозможные А, Б, С, Д, Е, Б, Ж, все приготовлено, мы можем есть все, что ему захочется, никому нет дела. Он действительно чувствует радость, потому что у него есть призрак, но внутри он очень несчастный, потому что никому нет до него дела. Затем это становится неотъемлемой частью вашего существа, личности, и вы не обращаете внимания. На Западе люди не обращают внимания на столько вещей, что я просто поражаюсь. Как они могут терпеть эти вещи? Когда люди пренебрегают вами, когда люди говорят грубости, когда люди даже не предложат вам чашку чая. Но людям на Западе все равно. Еще один момент, это то, что даже если доходят до вранья, мы готовы солгать людям, чтобы не обижать. К примеру, я нахожусь в доме, и есть много людей, которые приходят, чтобы увидеть меня. Мы не хотим обижать, так что нет никакого греха в том, чтобы сказать, что матери нет дома, лучше вам жить, потому что так они не обидятся. Но если вы скажете, она здесь, но не встретится с вами, это их обидит. Поэтому такого рода честность так зовут, когда мы говорим людям все, безусловно, нравится им это или нет. Это сотрясение, это сотрясает человеческую природу. А когда вы начинаете сотрясать человеческую природу, вся тонкость и вся красота их характера исчезает, и они становятся подобны обугленной головешке. Они не могут чувствовать ничего, что является нежным, тонким, красивым. Потрясение одно за другим начинают происходить в детстве, и тогда они становятся абсолютно чувствительными.
не остается сам Санпо, то есть не остается формальности, внутренней формальности, а не внешней. Санкоч – это не формальность, а внутреннее чувство такта. Когда вам даже не приходит в голову сказать, что так вы можете говорить вот такие вещи. Допустим, к вам кто приходит ребенок и проливает молоко или еще что-то на ваш кожу, немедленно кто-то подойдет и очистит его в присутствии матери. Мы так не сделаем. Для нас ковер не настолько важен. Гораздо важнее мать, которая не должна чувствовать себя неловко. Эти вещи, материальные вещи, по идее, не должны быть важны для западных людей, потому что они настолько разные материальные, что всегда могут заменить свои ковры, так что ничего страшного. Но они не задумываясь, обижают другого человека из-за чего-то материального, что абсолютно мелочно, бессмысленно и незначительно. Культура духа должна развиваться. И культура духа лежит в этой стране. Когда-то она была и на Западе, но вы очень сильно ее растеряли. Поэтому, чтобы снова установить эту культуру сегодня, вы должны расти. Но у вас есть так много качеств, которые индийцам нужно научить. Вы очень умные. Вы понимаете, что сахаджа-йога – это единственный способ, которым вы можете спасти мир. У вас есть так много качеств, что я правда не могу перечислить все те качества, которыми обладают западные люди. Единственное, что отсутствует, это внутренняя духовная культура, которой нужно научиться, когда отвечать, когда говорить, как вести себя в отношении людей. Как, например, в Индии, если старший брат ругается на вас, кричит на вас, никто не обижается совсем, это ожидаемо. Они никогда не разговаривают с детьми так, как будто они лорды. Дети не указывают родителям, только родители указывают детям. Поэтому, если кто-то старше или лидер что-то вам говорит, не нужно думать, что он командует. Это важно. Культура на Западе очень индивидуалистична. Вот откуда у нас проблемы. В то время как коллективной культуры там не существует. Возможно, когда-то она там существовала. У них были войны и прочее. Когда у них были катаклизмы, они объединялись все вместе, справлялись с этим. Но сейчас ситуация стоит так, что там нет коллективной культуры. И сегодня я прошу вас развивать эту культуру внутри себя, коллективную культуру. И в этой коллективной культуре вы увидите, что вы будете наслаждаться обществом друг друга гораздо больше, чем чем-либо еще в мире. Без всяких похоти, жадности и нечистоты, вы будете просто наслаждаться обществом друг друга. Эта коллективная культура должна быть впитана и встроена в вас. Никто не возражает против какого-либо дискомфорта, когда он любит. Но это плотская боль, в то время как у вас должна быть духовная боль. И если все западные сахаджи-йоги смогут постепенно передать эту коллективную культуру, то, уверяю вас, вы сможете сыграть ведущую роль для всего мира. Потому что это единственная вещь, отсутствующая на Западе. Это единственное, чего они должны достичь, это коллективной культуры. Полной любви и понимания. Полного слияния. Целостности. В этот раз группа была очень-очень хорошая. Я была так удивлена, что 60% людей новые, но такие хорошие. Качество людей такое хорошее, они непосредственности. И я могла ощущать то единство, с которым они двигаются. Поэтому сейчас идет нетерпение, мы идем еще одного очень важного события. Это свадьба. И нам с вами предстоит увидеть заключение 51 брака. Так что все должны научиться наслаждаться процессом этой свадьбы. Возможно, будут какие-то проблемы, изъяны, еще что-то. Возможно, это будет не очень быстро, хотя это всегда получалось очень хорошо. Все может быть. Но старайтесь наслаждаться каждым мгновением. Откройте ваши сердца. Старайтесь наслаждаться каждым мгновением. Коллективные браки 51 пары. И индивидуально вам нравится, что все они происходят прекрасно, очень вдохновляющие впечатления. И все будет прекрасно, если внутри вас будет это коллективное понимание.
А иначе мы скажем, я не получила это, я не получила это. В прошлый раз свадьбы получились просто замечательно, а эти свадьбы у нас прошли на морском побережье. Постарайтесь насладиться ими и постарайтесь сделать так, чтобы все прошло успешно. А после брака вы должны также помнить, что если вы не можете сделать так, чтобы два человека жили счастливы, то как вы собираетесь сделать так, чтобы весь мир жил? Поэтому оба должны принимать ситуацию, и муж, и жена. Два разных человека с двумя разными характерами должны жить вместе, чтобы показать этот мир. Если два человека не очень дружны, то как может весь мир? И эти два человека символически представляют собой это единство, о котором я говорю. Вы все реализованные души. У вас действительно должна быть очень хорошая жизнь после вашего брака. Но слишком много всего, это плохо. Нужно сохранять контроль. Не нужно слишком ошибаться. Сохраняйте определенный контроль. И если вы сможете сохранять определенный контроль, тогда вы будете наслаждаться браком во всей его полноте. Так что мы с нетерпением ждем этого замечательного события, 50-я свадьба. Я надеюсь, что их будет 51. Сейчас у нас в наличии только 49 пар. Я должна сказать, что Уоррен проделал хорошую работу, хотя все пытаются... Вообще-то он хочет купить мне подарок на свадьбу, но я думаю, этот подарок предназначается скорее ему, чем мне. Он действительно сделал прекрасные вещи. Я летал как звезда туда-сюда, и я говорю найти одного человека из Малой Азии, а другого из Тимбукту, и он просто принимает это. И это срабатывает, все получается. Так что я надеюсь, что вы будете... стараться сотрудничать со мной, сотрудничать с духом, сотрудничать с этим великим движением по всему миру. И вы должны знать свою ответственность, что этот брак вы заключаете для Сахаджа-йоги, ради освобождения всего человечества. И если вы поймете свою ответственность, то вы поймете, что этот брак не для вас или для ваших собственных удобств или еще чего-то, а для комфорта всего мира. Да благословит всех вас Бог. Положим правую руку на левое сердце и пошлем мир и любовь всем людям на планете Земля. Мать, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля. Мать, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля. Мать, пусть наша чистая любовь действует на всех людей планеты Земля. И сделаем один бандан против часовой стрелки на разрушение мафии, которая приносит вред человечеству. Джишри-матаджи, руки направим к земле, сбрасываем, пощелкаем пальчиками, откроем ладони, побудем немножко в медитации. И
И сейчас коллективная медитация. Джей Шри Матаджи. How important is love? The best of all.
Кундалини. Это значит, что наша кундалини создана из божественной энергии. Today,